Друзья мои, привет! Мы сейчас с вами в Махинджауре находимся. Ну что, еще один сюжет про деревья. Да, вот, пожалуйста, дерево готово к вывозу. Опалубка сооружена. Вот трасса. Батуми там. Ну, ближайший крупный пункт, скажем, Кабулети там. Вот дерево, вот эта бетонка. Здесь ее продолжение. Вот железная дорога. Мы идем с вами по бетонке. Уже одно дерево практически стоит на берегу. Вот вы его видите, да? Даже два. Так, благородно, видите, елочка стоит рядом. Благородно, два дерева вместе. Ну, красиво, да. Здесь бетонка обрывается. Дальше что-то пошло, видимо, не так. То ли подмыло, то ли рассыпалась дорога. Не знаю, в чем дело. Вот, видите? То ли не доделали. Ну, тогда как это спустили? Здесь такая площадка, значит, здесь такой тамбур-накопитель. Наверное, по два дерева будут завозить, да. Чтобы не по одному, а по два. Вот этот причал с плитами, сюда подойдет баржа или понтон, погрузят и увезут. В общем, такая операция мощная. Весна. Уже на дереве распустились листочки, если вы видите. Оно уже, так сказать, не в почечном состоянии. Да, листочки пошли. Ну, что делать? Жираф большой ему виднее, да? Сейчас попробую спуститься, чтобы безаварийно было. Так. Подходим к морю. А здесь уже море вымыло. Видите, здесь такой порог образовался. Ну вот видите, вот так вот море вымывает. Камешки, вот этот материал сыпучий. Вот здесь уже порог. Картина тягостная, друзья мои, и неприятная. Но, наверное, кому-то это все равно. Кто-то уже привык, может быть, к таким вещам. Николай Рухазе с берега Черного моря, Махинджаури, предместье Батуми, Аджария, Грузия. Пока-пока.